Вы наш олимпийский чемпион. С такими словами дзюдоисты Махачкалы подарили кимоно муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афанди. Встреча проходила в актовом зале муфтията республики. В ней приняли участие руководство и воспитанники двух спортивных школ столицы. Хамза Нурмагомедов продолжит. Дзюдоисты двух столичных спортшкол имени Али Алиева и Спартака впервые встретились с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. Гости поблагодарили духовного лидера за оказанное внимание и отметили огромную работу муфтията в деле духовно-нравственного воспитания спортсменов. 20 лет я тренером работаю. 20 лет муфтият очень плотно, очень серьезную работу ведет с моими учениками, да и вообще со всеми спортсменами. И поэтому всегда муфтият приходит к нам. И на уроки, и нас зовут, и они к нам приходят. И хотелось бы, конечно, просто прийти один раз и вот такое человеческое спасибо сказать именно нашему муфтию, именно нашему муфтияту. И благодаря этим маджлисам очень много, наверное, спортсменов на истинном пути находится. Вы знаете, очень положительно они влияют на наших детей. И вот последние лет 5 наши ребята, именно те ребята, которые занимаются у нас, они еще не были замечены ни в митингах, ни в каких-то преступлениях. Да? Они строго занимаются в залах, никуда не лезут и делают свое дело. В ходе беседы муфти обратился к спортсменам с ценными наставлениями. Шейх акцентировал внимание на важность образования и духовного развития. Человек, за которым какие-то грехи, даже когда где-то шорох появляется, он боится. Он думает, что это его беспокоит, идет этот человек. А когда духовно здоровый, за ним грехи нету, он ничего не боится. Это очень важно и логично. Особенно вам нужно, чтобы вы собой владели, особенно когда вы злитесь на кого-то, когда кто-то вас раздражает или же злит вас. Вот в этих ситуациях, конечно, вы должны себя владеть собой. Вы должны быть примером. Будучи спортсменами, а кто мешает вам одновременно, чтобы вы были грамотными людьми, интеллигентными людьми? Вот это тоже вы постарайтесь себя не освобождать. Даже если руководители там учебных заведений вас освобождают, вы себя не освобождаете. Учитесь параллельно. Будьте грамотными. В завершение встречи руководства спортшкол в знак благодарности за сотрудничество преподнесла муфтию памятные подарки. Подарок. Кимоно Шамиль Курахмаев. Вот такое кимоно мы сделали золотой нашивкой. Обычно золотые нашивки у олимпийских чемпионов бывают. Но мы признаем, что вы во всех весовых категориях наш олимпийский чемпион. Такая золотая нашивка с фамилией нашего Бузова. Хамза Нурмагомедов, Ислам Халиков, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.